Весь шар земной, один прекрасный дом для человека и природы. Приводить в порядок этот прекрасный дом вышли больше 1000 человек, и это только в Красноярске. Всю акцию, а точнее самый настоящий экологический марафон 360 минут, что значит 6 часов помощи природе, компания EN Plus Group провела по всей стране. 12 тысяч волонтеров облагородили такие ценные территории, как озеро Байкал, заповедник Хакасский. Не обошлось в этом перечне и без наших столбов, где добровольцы не только убирали мусор, но и стирали с самих скал неприличные надписи. Мы живем здесь, на этой планете. Мы же ее, в общем-то, по сути, и загаживаем, и мы же ее и очищаем, и поэтому я вообще, у меня нету слов, у меня столько эмоций, я ни о чем не пожалела, ни минуточки. Это заповедник, он работает для нас, но не то, чтобы работает, то есть он сделан для нас, для людей, мы здесь гости, и так как кто-то мусорит, то все-таки нужно убирать за людьми, за этими, чтобы все было хорошо в природе, экологически чисто. Несмотря на то, что к марафону столбы присоединились только в этом году, за лето здесь удалось провести целых 7 подобных акций. И по словам директора заповедника, своеобразный экологический прогресс уже наблюдается. Становится с каждым годом чище, это уже замечено, потому что многие волонтеры, они потом уже не ссорят. Такие экологические волонтерские акции очень важны, потому что, во-первых, это экологическая культура воспитания, также это экологическое просвещение для детей. И мы с маленьких лет, так сказать, детей приучаем к бережному отношению к природе. Марафон 360 минут – одно из 20 экологических мероприятий, что проходит в самых ценных уголках страны, которые нужно особо беречь. Проводят их уже 6-й год подряд. В этом году с помощью 2 фондов – «Вольное дело» и «Страна заповедная». Елизавета Курочкина, Ольга Добриденко, Виталий Субботин. Новости ТВК.